Всем привет! С вами Прия. Череда изменений постигла нас. Вспомните талант восьмого тира, самый последний. Как я радовался ему, то что те реликвии, которые мы получим вновь с каких-либо новых, старых рейдов, новых или старых там миф-плюсов, каких-либо квестиков и прочее различное, мы усилили бы своего персонажа этим. Но все-таки изменения не за горами. Итак, внимательно посмотрим те таланты, что представлены нам сейчас. Это без изменений ударная сила. Притом у каждого класса, как я правильно понимаю, будут определенные свои, скажем так, отряды специфичные. Допустим, у магов это вроде бы кенторские какие-то маги. У конкретно варов это, ну, такие вот ударные подразделения, назовем их так. Ну и другой талантик — это увеличение максимального количества активных защитников на 1. То есть стандартное число — это 5. Когда вы пройдете цепочку на расколотом берегу, будет 6. А с этим талантом можно сделать вообще 7. Но взглянем последний талант. Видите, насколько классное изменение, которое вообще не сдалось и никак не усилит нашего персонажа в плане дамага или там различных там хиловских способностей или поглощения дамага в роли танка. Дух армии погибели легиона. Получаемые за выполнение заданий и локальных заданий предметы, увеличивающие силу артефакта, с некоторой вероятностью могут дать удвоенное количество силы артефакта. Вероятность! Понимаете? Вероятность, даже тут будет вероятность. Если эта вероятность будет получаться на такие задания, типа, которые питомцев там дают нам по 25 тысяч силы артефакта, то тогда эта вероятность, она как бы вообще не нужна. Но, конечно, если эта вероятность будет прокать на такие задания, как типа, ну, вот таких вот, или там, я не знаю, сейчас найдем еще какие-нибудь квестики, вот таких вот, допустим, это же локальное задание, верно? Или там, я не знаю, ну, вот таких вот. Это вкусно, да, это классно. Вероятность, она будет очень хороша в этом моменте. Я просто не знаю, я горю по поводу этого, потому что, ну, как-то... Да, конечно, снижено количество ресурсов оплота, что у таланта седьмого тира, что у таланта восьмого тира. То есть, если раньше тут нужно было 20 тысяч ресурсов оплота класса, сейчас 10. Тут нужно было раньше 30, сейчас 15. То есть в текущий момент на моем воине, да, это ПТР, я только что сейчас скопировал персонажа, в текущий момент, даже на тех серверах, на которых мы играем, платим подписку, там ходим по ключам, одеваемся, у меня 14 тысяч. То есть нафармить еще где-то 10-11, это, ну, реально не проблема, выполняя там квестики локальные, выполняя сундучки, почему бы и нет. Но как-то это все грустно в плане того, что сила персонажа никак не повысится с этого. Да, мы, возможно, прокачаем быстрее свой артефакт, но еще раз читаемся с некоторой вероятностью. Вот эта вероятность в Варкрафте, она меня весьма отпугивает, если честно. Пишите свое мнение по поводу этого, мне интересно узнать, что вы думаете. Может, кто-то думает по-другому, может, кто-то согласится с моим мнением. Все-таки каждый человек — это личность, и у каждого человека свое какое-либо мышление, мнение по поводу какой-либо ситуации. Всех вам благ, хороших реликвий, увы, без двойных усилений, как раньше надеялись. Но, может быть, что-то еще поменяют, потому что текущая версия — это ПТР, тестовый все-таки как-никак, и все меняется иногда в лучшую сторону, иногда в худшую, как, допустим, сейчас. Всего хорошего. До скорого.